Пресса Макс Риск, сейчас включаю музыку, смотрите. Новая текущая глава, новый мир. Так, это на превьюшке будет. Берите. То есть мы должны настроить, да. Корабль, что ли? Подожди. Стопа, я что-то не в курсе. Так, музыка как-то тише, нужно показать, что это громко. Вот это будет дальше глава. Встреча врагов на УЗИ дорожки. Дорожки, то есть мы будем встречаться с этими и будем воевать, когда откроется щит, нам, как я понял. Так, вот это паровозик. Чтобы нам запустить. Я превьюшка у нас вроде есть это. Так. Какой сейчас превьюшка у нас? Вот это, на уме. А там я не сфоткал. Жаль. Может быть, новую игру создать. Вернуть ракету. Первая глава. Вторая глава. А ремонт ракету. Мы уже чиним ракету. Я перешел на третью главу. Главу новый мир, то есть ресурсы. Дальше там через 5 часов выполним. Так. Дальше мы с вами перейдем на главу встречи врагов. Будем сражаться уже. Сражаться. Потом закончим эту игру. Конечно, не закончим. Будем играть. Но она очень классная. Столько главов впереди. Десягаемости. Десягаемости. То есть это как? Десягаемости. А, с игроками воевать будем еще. Капец. С игроками он. Поезды строить, чинить их там. Так, три стороны сходится. То есть мы должны уже укреплять. Понял, укреплять. Вон, видите, строить какой-то штаб-квартиру. Запуск ракеты. И запускаем ракету. А что дальше? И все, друзья, и закончим. 7 главы. Мы только третью прошли. Ох ты, блин, скоро половина. Давайте быстренько прокачиваемся, чтобы на нас не нападали. Берем войск, у нас так миллионы, тысячи там всяких там. Давай, нужно прокачаться, нам не жалко расход, там 1300, нормуль. Нам нужно больше войск и нужно прокачать что-то. Так, что качать? Окей, прокачаем, 22 минуты, отлично. Так, что дальше? Ага, искать, окей. 8 давайте. Чем они выше, тем они сильнее, тем самым так веселее и, возможно, по-моему, дают больше. Так, это гигант, мы его точно одолеем. Это потом уже... О, стоп, подожди. Так, это место уже тщательно обысканное. Там уже обыскали, так, это нельзя. Это не наше, сейчас собрать. Блин, никого, я весь отряд пошел туда вот, воевать. Ну, там, конечно, очень сильный, так, новый уровень. Кстати, вот это я не замечал. Крутяк, будем замечать, какой у нас ранг. Пишите комментарии, какого у вас ранг. Мне тоже интересно, возможно, я круче. Нет. Вот 200 нужно покупать. Вообще-то давайте рискнем. Так, купить премиум. Да, давай. Не жалко. Только сколько? Стоп, я засек. Так, время наймки. Их не давайте им скучать. Улучшайте постройки. Ну блин, ну почему они должны уходить так быстро? Ну ладно. Жалко, что они так уйдут. Эх, быстро. Так, что нам нужно? Так, нам говорят, нужно железо. Нужно железо. Здесь просто вскид, да, как я понял. Да. Так вот. Железо. Все. Ну а чего там спать? Давайте искать что-то. А давайте квесты выполнить точно. Квест это что-то крутое. Так, штаб-квартира до 3 уровня. Давайте. Так, что дальше победить там врагов, давайте. Эти самых низких. Первых вообще. Поиск. Откройте последний, там что-то еще откройте. Ладно, третий. Встречи врагов. Дорожки. Что нужно открыть? Откройте. Открывается после... После открытия главов. Глава. Встречи врагов на дорожке. Четвертый этап. Встреча врагов на дорожке. Все что ли? Что-то тут странно, друзья, происходит. А, вот в чем дело. Я ж туда их повел, да? Собирать нам мутагины. Ну, возможно, из-за того, что у нас нет отряда, поэтому они все испугались. Ладно, что ж поделать. Пойдем, значит, собирать. Так, герой давай. Пошел. Самый слабый, но зато затащишь. Прикольно, арта. Давайте посмотрим на них. Как там посмотреть? А, нужно так. А, вот так начнем. А, ясно.
О, нашел. Отлично. Так, самый сильный ты, по-моему. Не, ну мы прокачали одного чувака, он. Кто ролик смотрел, тот и все знают. О, классно, он идет, кстати. Там посмотреть. О, бой. Видите? У него еще сзади что-то такое железо. Железное. Хоп-хоп-хоп. Так. Маленькие войска. Ну, смотри, маленькие обезьяны. Тащите, кто из них круче? А ну-ка смотрим. Так, ты, я знаю, знаю, знаю. Соберем. Так, 4 войска. У нас сильные войска. Там один, наверное, спит. Ну ладно, победили его. Так, зайдем, пособираем тут квестики. Так. Бесплатно. Ничего нет. О, бесплатно есть. Я запомнил 1000. Тут же 1000. Нормуль, нормуль. Спасибо большое, да? Ничего. Тут тоже. Так, ну пропустить там что. Блин, ну дороговато. Нет таких. Заберем. Вот сундучок даже заберем. Прогрессы. Так, пятый день. Давайте тоже соберем. Так, лайк поставьте, подпишитесь, чтобы на этом канале никак не пропустить новые ролики. Так, собрали. Даром хочу. Конечно, хочу. Какие-то карточки. Окей. Конечно, нам понадобится. Так, батарейки, это очень классно. Нам, знаете, что нужно? Щит. Щит удлинить. То скоро щит иссякнет, и все, и тогда будет война с нами. Седьмой. 13-й. Сила неизвестно. Ё-моё, 449. А сколько у нас сейчас? 25, 449. Это сколько там? Ого! Блин, это реально мощно. Ладно, вы там чините, там лечитесь. Что тогда нужно? Вот тогда нужно, значит, друзья, с вами копить очень много раз. Так, классики, давайте. Спасибо большое. Давай обмен, что там? Ну, окей, давай. Не жалко, наворот, спасибо большое. Тот, кто мне подарил. Так, заберем. Так, вот. А, обследовать, конечно. Так, можно сюда. Поиск. Ладно. Жал на карточку вот эту вот. И смотрим что-то. Ох ты, классно. Отлично. Ну еще. Получить 5 героев. Сколько героев максимум? 700 штук. Классно. Применить. Зачем мне? Куда? А, ускорялку что ли? Блин, друзья, применить, конечно, хочу. Так, значит. Все, тебе нужно применять. Все-таки можем их добыть. Так, все на мульке. Что можно, если я их прокачаю? Не, а, нельзя, окей. Так, у нас тут один, наверное, скорее всего, свободный. Нет, не свободный. Так, значит. Сюда тут экономнее. 3 минуты. Кто сумеет на 3 минуты? 5 минут. Вот это может. Давай. Применить, применить, применить. 25 секунд. Отлично. Так, ускорить. Он должен быть. Так, на 15. Да, окей. Всего 1 минуту, отлично. Читыки, да? А еще подожди, там полсекунды. Ждем. Вообще будем тратить. Советую так делать, потому что нам дают там 5 минут, 15 минут. Это, конечно, староховато, но что ж поделать? А, это ж весело. Так, давай. Собери-ка нам силы там увеличиться на 200, классно. И защита города. Тоже будет классно. Там строишь, окей, строй. Там через 50 с чем-то секунд, 51 секунда и все. Так. Опа-на. То, что застроит, смотрите. Так, я не все, конечно. Выбрать. Так. Сбор владелец. Давайте заберем. Типа того, украдем. Так, ты нам еще будешь нужен, кстати. Еще. Атакующий. Так. Все, Марк. Давайте, нужны для безопасности. Ну, тут можно мутаен посмотреть. Помочь, так скажем, всем, кто тут знает жив. Давайте. Так. Ладно, атакуйте.
Вроде бы все. Так. Что еще прокачать? Окей. На одну минуту. Так, дальше. Нет, хочу другое. Кто-то. Так. Ну, потом. Так. Ну, в общем-то, всем пока. Так, хорошо, сейчас улучшу. И всем скажу пока. Так, я понял, что нельзя. Так, хоть кого-то можно? Так. Да, лаборатория, отлично. Всем пока.